Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 8861, для которой понадобится одна сишка, и если угадать, то один топор. Я не помню, где находится единственный полный ящик, тут их штук 8, по-моему. Я вот тут взорву. Здесь, получается, мы взрываем, а внутри стальная серединка 2 на 2, которую мы зайти, к сожалению, не можем. Готово. Все ящики открыл и буду забирать, получается, только свое, то, что у меня украли. Так, это у меня украли. Здесь эмочка, здесь мое. Так, здесь пусто, тут пусто, тут мой фильтр, тут пусто, тут тоже пусто и здесь тоже пусто. Грубо говоря, сишку вы тратите на одну эмку. Это явно того не стоит. Даже станков никаких нету нигде. Давайте еще пробежимся, но, по-моему, это вот вся база такая есть. Байка нету, тут кормушки. Зачем так много? Непонятно. Кстати, в кормушках вообще что-то есть. Я их, по-моему, никогда в жизни не ломал, нет, их даже лутать нельзя. Да, их лутать нельзя. Тут нет никаких построек, тут тоже. Вот такая вот темочка за одну сишку. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.